Всем доброго дня, друзья! Сегодня мы будем готовить с вами хрустящие крылышки. Они хрустящие сверху, а внутри очень нежные и мягкие. Они не только красивые, но еще и очень-очень вкусные. Готовить их очень легко, очень просто. Ну что, начнем? Сначала мы займемся крылышками. Я их помыла, обсушила салфетками и буду нарезать на две части по суставам. Ну вот, крылышки я нарезала, а теперь буду делать маринад. Для этого я беру лимонный сок, добавляю сюда растительное масло, желательно, конечно, без запаха. У меня было кукурузное, холодного отжима. Потом я сюда добавила травы. Травы у меня были прованские. Вы можете взять свои любимые травы, какие вы любите. Обязательно добавляем сладкую паприку. Без нее никак нельзя. Ну а теперь чеснок. Чеснок я добавила сухой. Добавляем перец. У меня была смесь 5 перцев. Там всякий разный перец. И обязательно соль. Присаливаем хорошо. У меня вот буквально на 9 крылышек вот нужно было всего немножко маринада. Добавляем сюда подготовленные крылышки. Я еще немного присолила и поперчила. Мне показалось, что в маринад я добавила мало соли и мало перца. Все хорошенько перемешиваем и ставим в холодное место мариноваться. Желательно, чем дольше, тем лучше. Можно сделать это заранее, перед жаркой. А теперь делаем панировку. Берем обычные чипсы. Я взяла с паприкой Lay's и измельчила их в блендере. Крошка получилась вот не такая мелкая, вот такая крупненькая. А теперь делаем панировку уже из трех видов. Яйцо, мука и, конечно же, наши измельченные чипсы. Сначала мы будем крылышки все окунать в муку, а потом уже после этого будем их мочить в яйце, а потом в измельченные чипсы. И выкладываем все это на противень, застеленный пергаментной бумагой. Мне вот было неудобно все это делать руками, поэтому я нашла пинцет и сделала это пинцетом намного быстрее. Будем жарить в духовке 30 минут на 200 градусов. Ну вот, крылышки наши готовы, они получились очень красивые, приятного аппетита. Подписывайтесь на канал, желаю вам всего доброго, удачи, друзья. Пока-пока, до новых встреч.